Отпускай меня! Стой! Пожалуйста! Отец, он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Но... Что? Нет, отец! Я люблю тебя. Я люблю. Зачем? Какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. Выбор. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебе в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отнял у меня все! Все отнял! Все отнял! Ты как животное! Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься. Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он? Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев.
и многих невинных. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец? Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Это нелегко пережить. Мерть ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. Последний раз. Да, нас ждет Йотунхейм. Что значит дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал Гиппесу. А почему Амела разбила чары? Магия банов сильна, но ее законы запутаны и туманны. Наверное, ведьмам они яснее. Но как это все печально и трагично. Бальдер был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости. Если все пойдет как задумано. Давай, выбери Йотунхейм и отправимся. Вероятно. Сын, голову. Готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Ой, об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. Thank you.
цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп, слушайте, на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, 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 нет. Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов? Идем. У меня на тебя большие планы. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор — разрушители всего. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Кто этот страж?
Я должен их чувствовать. Но никого нет, все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Смотри, это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын.
люблю тебя, мам. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз мама была из великанов, я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Отец, подойди! Теперь ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха, нет. Это был воин, спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Я пойму, если ты решишь теперь возвращаться домой. Но, может, мама отправила нас сюда, чтобы мы спасали других? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты.
уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Зим, ты что-то изменил. Пророчество не подумало о тебе. Говорю тебе, это Фимбул Бинтер. Я это жопой чувствую. Зима близко. Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезво мыслить. Парни, просто говорим о погоде. Недавно похолодало. Он хочет сказать, что грядет Фимбул Бинтер. Самая распоследняя зима. Я это жопой чувствую. Да. Мы слышали. Так что, если идете домой, постарайтесь не останавливаться. И не умереть. А если не идете домой, то же самое. Ну, к делу. Это все? Братья, пока вы были в Йотунхейме, произошло еще кое-что. Ну, говори. Это насчет Фрей. Она была у меня. Что ты ей сказал? То, что знаю о том, где Один хранил ее крылья. Кажется, она хочет вернуть свой воинственный дух. Боюсь, что круговорот мщения не так-то легко прервать. Come on.
Во! Наконец-то мы дома! Кажется, прошла целая жизнь. Немного сквозит, но все лучше, чем когда у тебя кора в жопе. Пора отдохнуть. Буду спать до весны. Ладно, сойдет. Спи. Я уже. Атрей, ты готов? Да, но у меня был странный сон. Фимблвинтер заканчивалась, и к нам прямо сюда пришел Тор. Это просто сон. Странный сон. Он казался явью, казался будущим. Тогда мы подумаем об этом завтра. Сегодня у нас дела. Идем. Надо привязать его к лодке. Да.
Держи. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Это последнее. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит. От тебя. Вперед! Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще. Гляди, ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Оп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда!
нашел! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого. Иди. Ого. Что тут было? Вот же он! Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. А нам сюда можно? Пошел туда. Я вижу следы. Или пойду за тобой. С края не сорвись. Что? Волки. Они не со зла. Они есть хотели. Да, это наверняка. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь?
Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Что под мостом будет тролль. Ты еще не готов к встрече с троллями. Я знаю, просто... Да, отец. Что? Он не может это использовать. Мы можем. За мной, Атрей! Прости, я отвлекся! Открывай! Ты ее заморозил! Хитро! Нам в эту сторону. Сын, сюда. Смотри, это Сколь и Хати, волки, преследующие солнце и луну. Сюда. Отец, смотри! Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Выдохни. Я попал! Хорошо. Еще. Где нож? Нет!
Закрой свой рот. Домой в эту сторону. И ладно. Никак не откроешь двери? Тихо. Закрой рот. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли.